Ну, смотря по каким показателям. Скажем, по авиации, насколько я могу судить, ну, трудно такие вещи оценивать без прямого боевого применения, но весьма похоже, что по авиации Америка заметно от нас отстает. Сами американские военные то и дело жалуются на какое-нибудь очередное отставание от русских. И трудно сказать, какая часть этих жалоб представляет собой лишь форму требования дополнительного финансирования, а какая часть соответствует действительности, но надо думать, если бы все такие жалобы не соответствовали действительности, на них бы просто перестали обращать внимание. Но в целом наша армия, по-видимому, сейчас первая в мире просто потому, что мы боремся за правое дело, тогда как американцы поддерживают себя заведомо ложными измышлениями. Кстати, 18 февраля в Центральном доме художника состоялась однодневная инсталляция на тему «К чему приводит ложь». Там активисты молодежной организации «Сеть» подобрали более десятка примеров того, как американцы заведомо ложными измышлениями оправдывали свою агрессию против самых разных стран. Ну, почему всего 11? Ну, потому что если бы перечисляли все подобные случаи, то не хватило бы для такой инсталляции ни всего Центрального дома художников, ни даже Красной площади или лужайки перед Белым домом. Но ложь приводит к тому, что армия, движимая ложью, не способна воевать в полную силу. Ради лжи легко убивать, но не умирать. А на войне, к сожалению, для того, чтобы победить, надо быть готовым не только забрать чужую жизнь, но и отдать собственную. Поэтому думаю, что наша армия в моральном отношении несомненно первая в мире, а в военно-техническом мы с американцами примерно на равных. И думаю, они не рискнут непосредственно, так сказать, натурным экспериментом проверять, какая все-таки армия их или наша сильнее.